подписчики, едем сегодня в автосалон BMW для того, чтобы посмотреть, какие там новинки есть, какие цены, что появилось, что не появилось. Это мы проезжаем сейчас в данный момент международный аэропорт Форт Лодердейл, города героя Майами. Как приеду, все покажу. Въехали мы в Форт Лодердейл. Это один из районов Майами. Погодка у нас сегодня чудесная. Градусов, наверное, 20, может быть, 22. Это очень хорошо, комфортно. Подъезжаем к BMW. Ну, а внутри здесь у них огромная парковка крытая. Самое интересное, обычно у них стоит внутри. Сейчас заедем, покажу. Зашли мы вовнутрь, это пока только парковка, но обычно все то, что самое свежее привозится с автовозов, вот оно представлено здесь. Смотрите, какая красавица стоит. Семерочка, новая BMW. Это не электрическая версия ее. Цена этой машины после выплаты всех налогов почти 100 тысяч. К сожалению, я не открою, но там внутри может быть есть такая машинка, посмотрим. 740-я. Это 3-литровый двигатель турбированный. Битурбо. Мини уже продали. В этом же салоне, соответственно, и мини, одна корпорация продается. Поэтому вот они представлены здесь. Видите, майамский вариант кабриолетики. Сколько эта штучка стоит? Так, а стоит она 39 тысяч почти. Ну вот еще на стоянке одна машинка классная стоит. 430-я BMW кабриолет. Ну из новинок, вот смотрите, еще X1 есть. 2.8 турбированный двигатель, в принципе, достаточно быстрый, хороший. Ну вот давайте посмотрим, сколько такая красавица стоит. 72 тысячи. Да, это тоже М-пакет у нее. И 4-литровый двигатель. На таком рыжем салоне. Ну и вот смотрите, стоит X-Drive 60, это топовая версия, X7. Которая электрическая. То есть, знаете, у нее большой монитор выезжает с крыши. Это М, то, что я вижу. Сейчас только посмотрим, М-пакет или чистая М-ка. Вот она во всей красе. Это полностью электрическая версия. Стоит она 139 тысяч. Вот этот мониторище, про который я говорил. Его видно здесь. Раскладывающееся сиденье с массажем. В общем, от ветра устройства, скажем так, от BMW. Хотя корпорация одна. К сожалению, машинка закрыта. Но ничего, сейчас внутрь зайдем, может быть, такая машинка у них там стоит. Но эта машина, скорее всего, уже купленная. Красавица, конечно, нет слов. Так, ну, зашли мы вот непосредственно вовнутрь. Здесь же, видите, предлагается сразу же на выбор. Это все эмочные штучки, которые можно заказать. Тоже 430-я BMW. Только та была на красном, это видите, на черном салончике. Сколько она стоит, эта машинка? 60 тысяч эта машинка стоит. Так, ну давайте дальше пойдем. Следующая машинка, это Гранд Купе BMW. Это аналог восьмерки, только Гранд Купе. Стоимость ее 90. Здесь тоже стоит 3-литровый двигатель, турбированный. Лошадок хватает для этой машинки вполне. Жаль, только гонять негде. Америка, конечно, не Германия. Здесь на автобанах ограничение максимально, ну, конкретно в нашем штате, это 70 миль. Можем себе позволить. Полиция появляется очень незаметно. Тут, видите, тоже мощная версия. А запах какой внутри. Кожи. Давайте еще вот посмотрим. Смотрите, какой цвет симпатичный. Это, в принципе, одна из самых дешевых версий сейчас представлена. Это не М-пакет, это 540-я тоже модель. Знаю про эту машину все. В
Почему она самая дешевая? Потому что не полный привод. Покупал здесь тоже такую машинку в таком же цвете 3 года тому назад. Причем на этом же месте практически машинка стояла. Сейчас мне позвонили, сообщили, что пора уже менять. Тут же 3 года даешь предоплату, там порядка 7-10 тысяч, и ездишь на машинке в лизинг. А потом, когда проходят эти 3 года, машинку у тебя забирают, дают другую на твой выбор, чего пожелаешь. Стоимость у нее 57 тысяч. Ну вот моя по тем временам стоила дороже этих денег, только был полный привод. Ну, повторяю, это самая дешевая версия, скорее всего. Даже цвет салона такой же самый. За это время, конечно, машинки подорожали. Процентов на 25, наверное. Ну и давайте вот такую красавицу посмотрим. Это Alpine B8. Ну, тот BMW разбирается, знает, о чем идет речь. Правда ведь? 151 тысяча. Тоже эту машинку уже купили. Наверняка где-то ее годик ждали, наверное, не меньше. Нет слов. Просто нет слов. Восторг. Но при желании тоже можем такую машинку, конечно, заказать для вас, наши дорогие подписчики, без проблем. Ну вот, например, чистая М-ка, 20-й год, машинка уже продана, и продана у нас за 67-68 тысяч. Ну, эти машинки в Майами очень популярны, вы понимаете, да, из-за погодных условий. То есть она приспособлена для круглогодичного использования. Ну вот, выходя из салона, это все машинки тоже под Trade-In стоят здесь. Вы можете тоже, в принципе, выбрать себе все, что вам захочется. За вполне приемлемые деньги. Нормальные гарантии от BMW, с нормальными пробегами, честными, правильными, с нормальным обслуживанием. Почему? Потому что у BMW, когда машинку покупаешь у них в лизинг, обслуживание бесплатно. Они сами тебя приглашают, соответственно, все ТО полностью бесплатные. Поэтому я и говорю, что машинки здесь можно брать вполне себе уверенно. Вот полностью стоит М. Сколько она, интересно, стоит? Машинка 23-го года с пробегом 1000 миль. У нас, скорее всего, было здесь, смотрите, цена у нее 114 тысяч, ну, 115 почти. Она была, скорее всего, здесь на тест-драйве. Вот, соответственно, и выставлена на продажу. А мы, соответственно, можем эту машинку прийти и купить без проблем. 1000 миль пробега – это вообще ничего, но у нас такая машинка стоит, сами знаете, сколько. Ну вот она. XM, гвоздь программы, выглядит так вот внутри.